Обязательно на прощание в море. Хочется зарядиться солнечной энергией и морем на год вперед. И хотелось бы еще вернуться сюда. Санька, Сашка, ну расскажи, хоть понравилось тебе в Таиланде? Ты хочешь еще? Я хочу домой. Домой хочешь? Соскучился уже по ребяткам? Что тебе больше всего понравилось в Таиланде? Аквапарк? А море? Море тоже нравится. Покажи хоть за картой, какой ты черный. Как негритенок ты, у тебя спина, знаешь, какая черненькая. Встань, покажи. Вот это да. Меня все равно. Это мои. Ну вот, кажется, мы собрались. Дима, пошли. Собрались, сдаем наш номер и в путь. Пора домой. Осталось пройти регистрацию, и тогда можно выдохнуть. Жаль, что нельзя выпить вискаря. Сейчас бы оно мне очень пригодилось. Маленький аэропорт и так много народу. Самое главное, никого не потерять. Макс пошел с детьми в Duty Free посмотреть игрушки. Взяли им самолетики разные. Вот у них тут случилась драма, трагедия по этому поводу. Мы же так делать никогда не будем. И вы тоже так не делаете никогда. Если берете детям игрушки, берите одинаково. Ждем наш самолет уже. Через час, я думаю, должны мы взлететь. Даже не верится, что сейчас где-то может быть снег. Вот буквально пару часов назад купались в море. Еще несколько часов, и будем ходить в сапогах и шубах.